Бабушки очаровательные совершенно. Спасибо им, что они здесь. Всем счастье быть сегодня здесь. Счастье, что Евровидение проходит именно в Баку. Я думаю, что отдельное спасибо заслуживает Эли и Ники, которые победили в прошлом году и привезли нам это Евровидение сюда. Мы не можем этого забыть, и они, по-моему, сегодня здесь. Поэтому от всех нас, от всего Азербайджана, спасибо Эльдару и Нигяр за победу. А сейчас новая песня на русском языке называется «Сердце бьется».
сердце во сне. Я заражен тобою навсегда. I'm not afraid to die.